Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жендосом мы будем продолжать нашу рубрику «Детективы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями детективов. Только благодаря вашим лайкам мы продолжаем снимать эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с детективами. Чем больше лайков, тем быстрее она выйдет. Погнали, Жендос? Да, погнали. Давай. Что-то коварное там задумал, коварное. Ой, коварное. Ну посмотрим, кого коварнее. Вот, ребята, моя карта на данную серию детективов. Если вы уже поняли, то да, это больница. Но что там будет твориться в этой больнице? Ой-ой-ой-ой-ой, никто себе даже не может представить. И я вам не расскажу, даже не просите, вы узнаете в самой серии после того, как мы сходим к Жендосу, пройдем его карту и вернемся на мою карту. Потому что там будет твориться что-то прям очень странное. Прям очень-очень. Поэтому давайте, погнали, быстренько к Жендосу, погнали, да-да-да-да-да. И вот сейчас вернемся, давайте. Ну что, Эдисон, ты готова? Я готова, конечно. Я готова, деточка, готова. Заходи на мою карту. Заходим, да. Эдисон, сегодня ты будешь играть работника офиса во ВКонтакте. Да, это твой офис, проходи. Ой, прикольно, буду работать в ВКонтакте. Я к тебе приду в гости. В общем, Эдисон, поехали. Хорошо. Пошли. Открывайте. Меня послали к вам, открывайте. Тук-тук-тук. Да, тут какие-то двери. Там все, там начальник висит. Я как не сопротивляться, это задержание. Какое задержание? За что задержание? Я на работу пришел, только что двери кончены, открыть не могу. Вот, да, не переживайте, это я просто шучу такой, я шутник. Так вот, значит... Шутник, вы в человека выстрелили, какой шутник? Выходите из дверей, выходите быстро. Ну? Так я опаздываю на работу, какие выходите, мне там надо разрабатывать. Я договорюсь с вашим начальством, что сегодня я буду проводить у вас в офисе обыск. А, обыск, что... ну я сейчас у него спрошу, а то вдруг вы меня обманываете. Сейчас я вернусь. Я уже с ним поговорил, вы можете спокойно выходить, так вот. Твою там батину. Как вас зовут? Такой, Эдуард Дуровенда. Значит, Эдуард Дуровенда. Да. Меня послали в ваш офис ВКонтакте, потому что... Сейчас, говорят, очень много детей умирают из-за ваших социальных сетей. Я должен все проверить ваш офис, все ли у вас тут нормально. И я уже вижу, что не очень-то нормально, а что это у вас тут... Люди умирают из-за ВК? В смысле? Ну, говорят, я ничего не знаю, мне послали просто у вас... А я откуда знаю? Я вообще тут ни при чем начальник. В смысле умирают? Вы, начальник этого офиса, вы должны знать. Так вот, это что такое? Что у вас делает гильотина возле офиса ВКонтакте? Написано задание номер 38. Это здание номер 38. Вот дебилы неправильно написали, это здание 38. Здание. А это-то что такое? Почему тут гильотина и кровь? Вот смотрите, здание 38. Вот здание. А неправильно написали. Я понял, хорошо, а гильотина что тогда здесь? А делает? это фейсбуковцы сюда принесли, угрожают нам головы отрубить, если мы ВК не удалим, потому что это конкуренция, начальник, понимаете? Как-никак. А, то есть на Фейсбук. Это фейсбуковцы, вот к ним в офис и валить, а мы тут все порядочные ВК. Хорошо, это что такое? Задание номер 21. Да здание, да неграмотно, кого я на работу взял? Здание 25. Вот. А почему у вас кран это здание? Кран это не здание. Твою, вот я тоже какой-то неграмотный, хорошо. Конструкция номер 28. Конструкция. Ну мы 25, а не 28. Нет, 28, только что было написано. А, 28, ну хорошо, ладно. Достраиваем офис, тут во второй будет корпус. Понятно, ладно, тогда пройдите вовнутрь, посмотрим, что у вас там, пройдёмте, посмотрим. Да, все там нормально. Пройдемте. Я уже, конечно, что за скелеты висят? Ну, это вы не знаете, во всех офисах нам, типа, ну, люди ж дебилы всякую там вешают, типа, там, у нас там игровые комнаты с PlayStation, есть, а тут просто манекен, типа, о, ВК-офис, типа, заходите. О, ВК-офис, типа, да, мы убиваем людей, да? Причем-то, ну, просто ты такое, ну, прикольно же, ну, прикольно. Вы чё, это современное искусство, начальник, вы чё? Ладно, про это даже спрашивать не буду, я понимаю, да, современное искусство, там все понятно. Никто не шарит, нет, даже я, поэтому. Так, это у вас кухня такая, да, кухня? Да, мы тут всем вот этим нашим офисом едим, обедаем. Это что такое? Задание номер 5. Ну-ка, прочитаем. Задание номер 5. Вы должны выцарапать ножом у себя на руке кита. Это что такое? Кого выцарапать?
Кого? Подождите, за задание. Задание номер 25. А что, это здание, номер... это здание, а не задание. Я говорю, вы должны выцарапать ножом у себя на руку. Это здание, да такое, типа. Ну, да нет, это просто, ну, сотрудники у нас фетишисты, понимаете? Ну, они любят вот это все. А, и вот потом. Ай, когда сильно и жестоко. А я вот слышал, что дети, да, которые вот умирают из-за вашей социальной сети, они дети? Как раз они как раз что-то себя выцарапывают все-таки, да. Ну вот это, подождите, он там уже зависит как бы от воспитания родителей. Мы-то тут при чем? Мы создаем ВК, мы не их родители, мы ремнем по жопе не можем им надавать, начальник. А что у вас, книжки тут задание номер 4, задание номер 2, задание номер 6. Почему у вас везде какие-то задания? Вы какие-то задания раздаете или что? Это здание, а почему тут таблички из зданий посрывали, дебилы? И вот на кухню принесли. А книжки-то почему называют? Книжки так, задание номер 4, задание номер 2. И смотрите, разные люди пишут, какой-то Нок, Ненгук, Фебей. Да, я все понимаю. А, ну тут как бы, Off into the jungle, Lies a medium city named Jekoi. Ну, понимаете, ну как бы, это задание, это называется, это известный писатель Наконда Петрович. Ага, и у них у всех... Да, у него том такой. Странное название, да, у всех? Да, у него том такой, зарубежный. А почему у него? Ну тут разные люди. Ненкунг, Фебей, Куок. Да, вот. Это много всяких зарубежных вот этих африканцев писали. Да, ну, они все с ума, да, сошли. И на английском пишут, африканцы, да, на английском. Ну, подождите, ну вы русские, можете знать там английский, так что это такое. Вы же русский? Ой, ладно, ясно. Я все понял, как бы. Я понял, понятно, что с вами, ладно, бы. Пройдемте на второй ничего, этаж. Ничего, ничего странного тут а, слушай, а что у вас тут? Какой-то еще спуск вниз, это что у вас какой-то... Что это такое? Ибрагима и Стефания, это что такое? Это Ибрагима и Стефания, наши сотрудники. Я, конечно, понимаю, никто не поддерживает гомосеков. Ну, что делать? У нас свободная страна. Ибрагима, Стефания, ну, просто взяли на работу ради эксперимента. А вдруг они хорошие понятно сотрудники? То есть, гомосеков. А, то есть вы их тут заперли, да, за стеклом? И вот они тут стоят, позируют, да? Вы издеваетесь над гомосеками. Почему заперли? Не заперли, они там просто... Ну, они любят позироваться. То есть, они не стесняются, начальник, они не стесняются. Типа, они говорят, мы не гомосеки. Они, наоборот, кричат на весь офис, приходят на работу. Мы гомосеки, начальник, мы пришли, хлопайте по заднице. И, типа, вот каждый, кто сюда приходит, такой смотрит ВК-офис, всякие блогеры, всякие вот эти приходят, типа, о, эй, влог сняли, выложили на канал, и популярность ВК. Вот так. Ой, а это что у вас такая за дверь? Ладно, я все понял, с этими гомосятины, это гомосятины не будем никто, разбираться. Никто не поймет гомосятин, даже я их не поддерживаю. А дверь-то такая, что? Откуда я знаю, там заработники там могут... Так вы же начальник офиса. Ну, там знаю. Уборщица, наверное, вот это все свои держит, там, ведра, вот это, полы. А, ну хорошо, откуда мы проверим. А вы дверь не откроете, да? Да я сюда даже не спускаюсь, начальник, это уборщица, она сейчас дома, на работе. Уборщица, ладно, поищем уборщицу. Это он что такое, дети в клетке! Какие дети, видите, они даже не дышат, они не шевелятся, это манекены! Это дети в клетке, нет, это дети! Какие дети, смотрите, бородатый, бомж, просто карлик, какие дети! Он просто чумазый. Какой чумазый, вот усы, вот борода как он... бы. Он чумазый! А это, а вот статуя вот этого, как он там называется, напомните, как он там называется, вот этот каратист известный, Ли какой-то там, вот каратист был. Ну ладно, пускай будет Джеки Чан, это кунфуист Джеки Чан, просто статуя его, ВК как кунфуист, как известного актера, каратиста, кунфуиста Джеки Чан. Это точно, да, статуя, прям точно, конечно, да? Ну, по-моему, они живые, прям очень даже живые. Да, проверьте даже, вот стукните. Вот, смотрите, они говорят, привет, Шэдоу Пристав, говорят. Да, говорящие статуи, электрические. Да, смотрите, повернулись, смотрят на меня. Механически. Но они даже не дышат, смотрите, они шевелятся, они знают только... Они знают только Hello Edison, Hello Шэдоу Пристав, они вообще даже не разговаривают. Так, может, вы заперли, может? Ну, подождите, если вы полицейские, а не дети... То, если бы мы их заперли, они бы сейчас орали и бежали бы домой, нет, так они себе... Так вы их просто зазомбировали, они это, как, они... как мы их зазомбировали, начальник, мы тут приложение ВК разрабатываем, они древней магией черной занимаются. Синяки, да, называется приложение, я понял, хорошо, ладно. А гроб-то что у вас тут делает, гроб? Это не гроб. Со скелетом. Это не гроб. А что это? Это... Внутри скелета, ага, да. Какая, какой скелет? Там архив, начальник, там вот это все неудачно. Я вот вижу, явно косточки, там косточки, это не косточки, это бумага.
Начальник, это вы зрением. Это ребрышки вижу. Какие ребрышки? Ничего там нету. Это просто ящик с неудачными попытками создания различных приложений. Поэтому вот. Это все сжечь. Это все сжечь надо. Ага, понятно. То есть сотрудника там какое-то фиговое приложение создал, и его сожгли, да? Я понял. Какой сотрудник? Все понятно, понятно. Сотрудника закопали. Да нет, там сотрудника вообще. А что у вас так грязно-то как-то в офисе? Грязно, везде какие-то листочки. Бумаги просто. Ну раскидали, дебилы. Ну вот я хожу, собираю. Еще просто очень рано, вот 5 часов утра еще никто на работу не пришел, вот я тут подметаю. Да, я понял. А до этого что такое на крышу, да? Я могу подняться, да? Да, это на крышу, да. Да, на крышу, хорошо. Ну, в принципе, что... Почему ребенок стоит на крыше? А ну, дебил, где твоя мама? А ну, начальник, забирайте его, забирайте отсюда, он дебил хочет спрыгнуть. Как ты вообще сюда залез? А ну, забирайте Почему его, начальник. Почему у вас ребенок стоит на крыше? Откуда я знаю? Я только сейчас на работу пришел. Ну, забирайте его. Давай, забирайте его, начальник, берите. Ладно, заберу потом, когда... Ваша работа, на вас будет ответственность, на вашей совести забирайте ребенка. На вашем описи ВКонтакте, ладно, я понял. Забирайте. Очень подозрительно, что у вас как бы жалуются на... Какие подозрительно? Забирайте ребенка, куда вы уходите? Быстро ребенка заберите, я не оставлю его. Я не оставлю, вы что, бессердечный? Хорошо, вы бессердечный. Сейчас. Все, забрал, все на спине. Забирайте младенца, не удаляйте его с жизни, куда вы его дели? Пойдемте. Это еще вы горите, то, что я издеваюсь над детьми, вы его удалили с жизни. Вот просто рипнулся ребенок на крыше, пропал куда-то, начальник. Дед, я просто к маме его отправил. Так вот, где у вас там это, ключ от подвала? Я хочу знать, что в этом подвале. На небеса к маме отправили, да? Вот стоял ребенок, больше нет. Подвал мне откройте! Подвал, вот, пошли! Подвал! Может не надо в подвал? Я просто карточку не нашел. У меня карточки нету, начальник! Да все хорошо, нету, тогда я сейчас выломаю дверь. Ломайте. Все, пошел, ломайте, за мной идешь. Ну что, вы мне подвал-то будете? Хорошо, я иду, начальник, все готово. Давайте быстрее, пока я не вызвал наряд. Какой наряд? За что? Так вы говорите, уборщица, да, у вас там конец? Ну, я тут ни разу не спускался, ни разу сюда не ходил, начальник, сейчас я вообще посмотрим. Не знаю. Сейчас посмотрим. Дети, куча, синий кит! Синий кит, ты что тут? Начальник, я тут вообще ни при чем, это не я, это не... Заперли, откройте! Начальник, откройте, это подстава, это не я! В смысле, какая? Начальник, это не я, начальник, я не хотел, меня заставили, начальник! Откройте меня! Ах ты ж падла, я сейчас вызову наряд! Алло! Какой наряд? Я заперли в клетке! Какой наряд? Я ничего не делал, начальник! Это побег! Какой? Каких собак? Ну иди сюда, ты! Каких собак, начальник? Давай, выходи сюда, давай! Начальник, я тут ни при чем! Убийца детей, сейчас я с тобой поговорю языком Глока. Ну давай, где-то? Какого Глока, начальник? Я тут ни при чем, это я! Куда ты там спрятался? Начальник, это не моя идея была! Да ты там залез, выходи отсюда! Вот и самоубивайся сам с этого крана, а детей не заставляй, понял? Это все подстава, не я, меня заставили! Ну что, Евгений, пошли ко мне, пошли, давай, давай. Всё, я уже иду, я уже... Это что, больница? Это больничка, ты будешь играть доктора. Доктор Евгений. О, нормально, я люблю играть доктора. Ну давай там заходи. Евгений Андреевич, всё. Что это такое? Ладно. Ты что за качок? Открывайте! Да, слушай, что такое? Больничка номер 35. Это больничка номер 35, проходите, вы пациент, да, заходите. Я не записывался, у меня все нормально с простатой. Тут просто жалоба, не жалоба. Давайте я проверю, подождите. Да не надо, не-не-не, вот сейчас не надо. Давайте. Я профессиональный доктор, только... Потом... Тихо! Вот потом запишусь, доктор, и все будет нормально. Отойдите, не вот это самое. Вы так поосторожнее. А тут у нас необычное дело, очень даже серьезное. Охрана! Я сейчас вызову охрану. Какая охрана? Я полицейский дебил, у меня ордер. Ладно, слушаюсь, господин полицейский. Ну тут странное у вас что-то происходит. Соседи говорят, что ночью какие-то ультразвуковые волны вы тут всякое пускаете, какие-то крики тут, двигатели. Ой, не знаю, это все обращались наши Вики. Господи, помилуй, это что? Вичка Качкане ее зовут, она перекачалась, да что вы тыкаете, она перекачалась, да что хватит вы тыкать. Нельзя! Она в детстве перекачалась, вот теперь это такое. Что это такое, я чуть не могу, кого вообще? Она просто, говорю, она в детстве такая, гантель, и стоит, и стала Качкане, Вика Качкане. Да хватит, а что она не отвечает, она что, глухая?
Виктория! Она просто... Она, видите, все, знаете, все качки, есть такой стереотип, все качки тупые. А зачем вы тупых качков на работу берете? На ответственную работу в больничку? Да она же просто секретарша, забейте. Она принимает, тут как бы людей обслуживает. Лучше посидите в наших удобных креслах. Вот допустим, если я захочу записаться, она меня даже не услышит, не поймет, как я с ней вообще договориться могу. Да вам по листочкам можно, вот берете листочки, пишите там, заполняйте заявочку. Хорошо, но тут у вас, конечно, странная работница, но это не факт. Пройдемте дальше, идите, пройдемте в следующую комнату. Ой, тут... Так! А что такое? Что это такое? Это пациент. Привезли нам пациента из горящего дома. Сказали, да, нормально с ним все. Мы такие, ну ладно, возьмем пациента, раз можно его вылечить. Вот, а он, короче, скелета привезли к нам. Скелета, да? То есть он загорел по дороге, его не потушили. Сколько он уже тут лежит? Да, вот знаете, как раз тут сейчас с работниками проблемы, все заболели, вот некому убрать его. А сколько он тут уже лежит, не могу понять. На недельку лежит. Так он уже скелет, какую недельку? Так в смысле? Так его привезли сразу, скелет, сразу сгорел, да, сгорел. Так, подождите, а почему кровь свежая? Свежая кровь, это вот как раз на нем одна часть, как бы. Вот мы же должны были сделать ему, как это сказать-то? Ну, в общем, короче, мы должны были с ним операцию, да, провести. Операцию на скелете, да? Да нет, привезли не прямо скелета, привезли немножко с кожей. Мы эту кожу обрезали, чтобы сделать операцию, а все. И вот и все, он умер. Так он был жив, когда скелета привезли, или он уже мертв был? Ну, походу был мертвый, но мы думали, что живой. Так вы же доктор, в смысле вы думали? У него было все равно, понимаете, у него клиническая смерть. Как бы сердце не работало, но мозг еще соображал. Да хорошо, почему он скелетом-то был, не могу понять. Да, потому что сгорел, говорю уже. Так если он сгорел, уже мертв был. Доктор, вы, походу, не знаете определять, то есть, ну, не знаете, где раз... Короче, доктор, вы меня запутали до жопы. Вот, хорошо. Хорошо, я понимаю, я не доктор, я полицейский, ладно. Пускай так будет. Так, а что у вас тут? Вот тут. Тут у меня дверь. В ней есть... всякие кубики. Какие кубики? Гараж. Ой, да я не помню. А, да, гараж, походу, да, гараж. Ну и что там не могу разглядеть? Машина да, какая? Машина крутая. Скорая стоит. Помощь? Да, скорая помощь. Или ваша. Да, я не помню. Вроде моя машина там стоит, я не помню. А, ваша, ну хорошо, я запомню. Так, что у вас еще интересно в этой комнате есть, кроме телепортирующего. Медикаменты там всякие. Кроме телепортирующего стола, который не выпускает меня. Алло! Что за магия сверхъестественная? А ноутбук сломали, MacBook новый за 85 купите, тысяч. Купите, доктора много зарабатывают. Так, сейчас мы посмотрим, что у вас тут такое. Так, всякие микстурки. Так. Да, микстурки. Так, вы это походу... А, это кровь, да? Вы типа изъяли вот этого пациента. Да. Кислотная кровь была. Кислотная кровь, да? У сгоревшего пациента, у которого вообще крови не было, у него была кислотная кровь, да? Да, говорю же, была кровь. Вот она. Мы ее собрали. Хорошо, вот. Хорошо. Так, космическая микстурка. В смысле космическая, не могу понять. А это просто такой термин. Термин в химии. Космическая микстура называется. Космическая микстура. А что означает? Есть... Что означает космическая? А это значит, такое? Вы выпиваете микстуру, то будет такой, я летаю. Ага, то есть вы тут еще наркотики толкаете в свои больнички, да? Понимаете, наркотики в малой дозе используются как лекарство. Это есть космическая микстурка. Там вот капельку наркотика, и оно все равно летает. А разрешение есть? Разрешение. Так, вообще-то это разрешенный медикамент во всех больницах. Хорошо. Мозгодробящее зелье. В смысле мозгодробящее? А это вот... Это знаете, когда вот делают лоботомию мозга, да? Ну там нужно череп же вырезать кусок черепа. Вот мозгодробящее зелье, а потом бензопилой, так вот. Так может наоборот не мозгодробящее, типа болеутоляющее, почему мозгодробящее, типа. Она голову взрывает всю, башку разрывает на кусочки. Типа, оно череп становится мягче и можно легче дойти до мозга. Хорошо, пройдемте дальше, доктор. Пройдемте. Так, ёханый бабай, что у вас тут творится? Что это такое? Отойдите. Давно не убирались. А чё у вас тут за жидкость какая-то, не могу понять. Ой, не знаю, это походу вот с этим, с горящим чуваком привезли, может, что-то расплавило. Это какая-то лава или что-то так, не могу. Вообще, с нашей планеты жидкость? Ну да, с нашей. Да лава, что? Говорю, обычно. Там у нас просто, знаете, под нашей больницей раньше вулкан был, тут раздвижение происходит. Вот. Они как-то в пол выливаются, ну нормально, мы живем. То есть по больничку на вулкане, да, построили? Да, это старый вулкан, ему там уже много миллионов лет. А если вот он, начнет извергаться, как бы... Ну вот видите, он извергается вот так вот, немножко. А так может вы уйдете отсюда с больнички, то есть... Да, блин, как бы государственная больничка, меня тут...
меня это другой не возьмут. Паутина, ёханый папа, что у вас вообще-то творится? Да, я говорю, это государство вообще не выделяет. Аккуратно, аккуратно, мимо лавы пройти. Так, что у вас тут, паутина? Что у вас тут за гигантские пауки? Что это за... Не знаю, что это такое? Да не знаю, это все вулканические пауки. Так, а это что такое? Это пациента забыли убрать еще одного. В смысле, почему у вас все пациенты мертвые? То есть ни одного живого пациента, и все почему-то скелеты. Все живые ушли уже давным-давно из нашей больницы. А на так в смысле, мертвых надо хоронить, а не эксперимент на них ставить? Да у нас не эксперименты. У нас, понимаете, больница, совмещенная с моргом. Говорю, государство выделяет мало денег, у нас не хватает ни мест, ни уборщиков, ничего. Так, а это что за разработки? Что это такое? Какие-то космические шаттлы или что, не могу понять. Да нет, не космические шаттлы, это просто разработка вертолета. У меня сын как бы свои зарисовочки принес. У меня сын просто в физмат-школе учится, вот. Я сижу, рассматриваю его. То есть, а сколько лет вашему сыночку? Да он у меня одаренный, ему 15 лет, он уже фигачит. Вот 15 лет, вот сыночек, да, возле трупака тусуется, заготовочки свои рисует. Да нет, трупака тут раньше не было, это вот недавно появилось. Недавно трупака не было, появился вот тут в коморке, трупак появился. И кто его сюда зовет? Мест в морге не хватает. Хорошо, нам хорошо. Так, что у вас тут? Ай. Что? Так, улица, да? Пройдемте на улицу. Да, улица. Подождите. О, ну это вулкан тут выпалился опять. Ёкарный бабай, ребят, ну тут государство. Ну это не похоже на вулкан, похоже на какой-то, я не знаю, что-то странное даже, не могу представить. Да это вулкан. Доктор, в Майнкрафт играли в Майнкрафт? Сын играл. Вот похоже на портал в ад. Вот что-то смахивает на портал в ад. Я не знаю, вы там как бы это, вы сами должны знать, я же не играл. Ну, да, я-то знаю, А так, а это что? Это, говорю, места не хватает в морге. Мы тут складируем трупов. То есть их забирают так раз в недельку. Наверное, места на кладбище тоже не хватает, раз вы тут их хороните, да, у себя? Так не, мы готовимся, видите, тут уже вскопали землю, вот тут сейчас будем под вулканом его хоронить, как истинного. То есть кладбища нету, да, вы тут заманиваете людей, грохаете, потом их хороните, чтобы никто не обнаружил, да? В смысле грохаете? Говорю, все нормально объясняю. Морг забит, нам привозят, мы сюда хоронят. Или вы их кремируете, да, сжигаете вот тут, да? Ну иногда кремируем в лаве, да, тоже прикольно, бывает. Хорошо. Странно, как попросят, как бы. Больничка, вот хочу документы на все видеть, на вот эту, вот это все. Я потом предоставлю. Хорошо, пройдемте вот сюда. Так! Это наши пациенты. Какие пациенты? Откуда пациенты? Что это за пациенты? Ну, я говорю, это просто... Что за инопланетяне? И какие пациенты? Какие инопланетяне? Это татуировки просто. На какие татуировки? Видите? У него зубы больше, чем у акулы. У него, смотрите, у него... Это не зубы, знаете, как это делают? Это вот такие, называются, вставные клыки многие себе делают, вот. А чё он синий? Так, татуировка. Какая татуировка? Весь синий, да? Да, это татуировка. И кожа чешуйчатая, как да, в змеи, да? Ну так это все. Клыки, смотрите, когти какие. Когти? Ну когти тоже нарощенные, нормально. У мужика когти нарощенные. Да блин, говорю же, косплейщик всякий, там татуировки делает, вот и тут тусит у нас. А вот это кто? Это тоже весь красный татуированный, нормально. Да, давайте без татуировка. Я вот тут я уже не поверю. Вот такой не может быть человек. Давайте что-то другое, а? Потому что я вам не верю. Вот доктор, вот вы как-то вот вообще нехорошо делаете. Вы не доверяете профессиональному доктору, я что-то не могу понять. Я не доверяю. Смотри, еще один трупак, да? Ну, это не. Это он еще дышит, он в коме. Я не про этого, я про этого. Ну да, походу подъехал. В коме он, так. А вот это кто? Вот человека напополам распилили, да, и вот сюда. Подожди, не вижу, дай посмотреть. Вот. Так это манекен докторский, типа, ну там проверяют, ну типа учим всякие. О, кстати, доктор, я карточку нашел. Вот видите, карточка. Вот, доктор, честно вам скажу, это самая странная больница, которую я когда-либо видел. Самая странная. У вас тут какие-то инопланетянские штуки происходят, непонятные. Вот сверхъестественные. Естественно, тут снимать можно. Пошли начали. Так, я, кстати, карточку нашел. Вот я сейчас вот... Да ты уберите эту хрень. Ну, че я посмотрю? Да, давай, смотри, там машинка там стоит просто. Машинка, это космический шаттл. Смотрите, он вообще не вот эти технологии, не вот Земли, я даже не знаю, как назвать, инопланетянские технологии. Объясняйте. Понимаете, это просто как бы у нас такая мода на машины. Понимаете, какая мода на машины? Я как бы с этого же года, как и вы не из будущего. Так я и не говорю, что я из будущего. Это моя машина.
Вот она очень как бы такая... Ракетные двигатели, смотрите, двигающиеся стекла. Да блин, ну я говорю же, у меня сын в физмате учится, он мне как бы это машину там помогает собирать, такие двигатели реактивные ставит. 15 лет! Тогда... Я вам не верю, а ну хорошо, хорошо, а ну да пойдемте сюда. Да вы не верите, вы думаете, а ну, да, по... Хорошо, пойдемте сюда, странный вы доктор, идемте сюда. Так, я говорю то, что я играл в Майнкрафт, вы не играли, а вот я играл. И 100% могу сказать то, что смахивает на портал. Так. Я туда не пойду. Молитесь, чтобы это было. Ну как бы да, заходите, да, вы умрете же, это же. Куда вы? Так, доктор, это что такое? Доктор! Что это такое? Ну что, попался, дурачок, попался. Какой же ты тупой полицейский. Ну что, ребятки, убьем этого полицейского. Так вы инопланетяне, космические планы сбудет. Какие космические планы, доктор? Майнкрафт отыграл. Победа. Приспешник вот этого Марса. В общем, мне кажется, Жека не смог оправдаться. Он реальный инопланетянин, Жека. Вот прям чувствую. Ты мне такое там сделал, что я не знал уже, что говорить. Ты телепортировался в ад какой-то, что я мог сказать? Допустим, подожди, мог сказать то, что у нас в больнице какие-то пароиспускания с этого вулкана. И у вас галюны, это вот сейчас поспите и вас отпустите. А, ну так можно все оправдать, да. Вот ты к этому не додумался, поэтому Жека не оправдался. Я просто не такой банальный. Не такой банальный, да? Ну хорошо, зато ты не оправдался, я оправдался, Жека. Вот. В общем, ребята, решайте вы, кто оправдался, кто нет, напишите в комментарии, кто прав, кто нет, и ставьте лайки, как обычно, если хотите видеть новую серию детективов как можно быстрее. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы и добавлять нас в друзья в ВКонтакте. Там вы можете задать любой ваш вопрос, мы постараемся ответить. Да, спасибо большое за просмотр, всем удачи и всем пока. Покидываю.